Всем привет, друзья! Вы на канале Сергея Матвеева, и начинается новый интересный ролик. Я нахожусь на границе России и Абхазия. Тут вот справа пляж «Бархатные сезоны», вот здесь принимают душ спасатели, вот девочки-спасатели. Мне кажется, их самих надо спасать. И сейчас поедем по Олимпийской набережной, друзья. Покажу вам, как проходит сезон. Что происходит после штормов? Прошло уже сколько? Дней 10 после шторма, который все пляжи смыл. Поэтому, друзья, желаю всем прекрасного настроения и приятного просмотра. Посмотрите, там Абхазия манит, Гагры, горы Абхазии. Скоро поедем туда. Очень много народу и очень жарко. Жара 35 градусов. И отправляемся, друзья. Поставьте мне царского лайкоса. Берите вкусняшки, зовите друзей. Отправьте это видео тем, кто любит Сочи и Адлер, потому что мы начинаем. Смотрите, начинается пляж «Бархатные сезоны». Это целый город-отель. И здесь очень много народу. Уже народ расходится потихонечку с пляжа, потому что начинается страшная жара. Сейчас 12 часов дня. Хорошо, хоть есть тучки, облачка периодически. Закрывают солнце. Так, друзья, едем, едем смотреть, как проходит сезон по Олимпийской набережной. Я обещал, что покажу. И вот показываю, так сказать. Подписывайтесь на мои ресурсы в Телеграме. Мы создали чат. Там у нас идет общение, где лежаки бесплатные, где платные, что почем. Подписывайтесь на канал ВКонтакте, в группу. Скоро там будет интересная активность. А мы подъезжаем, смотрите, к фонтану Дружбы народов. Он включен, можно, я даже думаю, в нем охладиться. Вот солнышко зашло за тучки, и просто прекрасно. Вот такой фонтан интересный. У меня есть платочек, чтобы вытирать пот. Посмотрите, парашюты один, другой. Хочу посмотреть, что тут с пляжем. А, вот это уже пляж отеля Бридж. Посмотрите, как его собрали. Его потому что полностью смыло. Если не видели, посмотрите мои ролики, посмотрите стримы во время шторма. Как смывало пляжи, мы тут в режиме реального времени, так сказать, смотрели. Посмотрите, какие прекрасные елочки или сосенки. Вот такие маленькие. Отдыхают за ними в тенечке. Я тоже так хочу. Сейчас поснимаю видео, потом где-нибудь лягу в тенечке, в деревьях. Буду отдыхать и видео монтировать и закачивать. Посмотрите, вот он, пляж отеля Бридж. Это после шторма последствия. Но смотрю, тут, можно сказать, все восстановили. Двигаемся дальше. Навстречу счастью и приключениям. Поехали вместе. Вы, друзья, напишите, как у вас дела, как настроение, откуда меня смотрите и когда приедете. Мне будет интересно почитать.
Ой-ой-ой-ой. Так, и двигаемся, друзья, от периферии к центру. И все самое интересное нас ждет впереди, все самые топовые пляжики. Потихонечку сейчас будем раскачиваться. Тут нарисованы разные олимпийские чемпионы, как я понимаю, наши отечественные. С этой стороны у нас торговый павильон, и это район совхоз «Россия» называется. Опасные дети тут, конечно. Бедные дети. Так можно травму получить. Посмотрите, какая обстановка на море. Прекрасная просто. Вот этот отбойник, конечно, мешает, но скоро он закончится. Смотрите, лаванда растет. Начинается справа парк отель «Арфа». Прекрасный, посмотрите, какие там домики. Мне кажется, что родители какие-то безответственные. Я их детей постоянно могу задавить. Они их как-то отпускают, не следят за ними. Они бегают по велосипедной дорожке. Так, и все, вот это Олимпийская набережная. Сережа мчит волосы назад, показывать вам, как проходит сезон. И подъезжаем к входу на пляж парка отель «Арфа». Мальчик, ну куда ты? Вот он, парк отель «Арфа». Тоже тут все смывало штормом. Вот они восстановили, посмотрите, как. Продолжаем, друзья, едем вон к тому белому зданию вдалеке, к стадиону Фишту. Приезжаем тут к ресторанной зоне, тут смотрите, фонтаны, детишки. Рыбный ресторан клёво здесь. Здесь такая пляжная зона, катамараны, драконы, волейбол, футбол. Правда, сейчас никто не играет. Все, как шторм, весь песок смыл. С этой стороны ресторан «Высота». Турнички. Пляж «Рэдисон» начинается, на котором смыло песок за 20 миллионов. С этой стороны отель «Рэдисон».
вход на пляж Редисон. Вода 25, воздух 35. Вроде бы. Такие эти красивые кусты. Забыл, как они называются, на С как-то. Напишите, если вы знаете. Так, и начинается вот слева пляж Сириус. Сезон, так сказать, на пике. Какие-то тучки вот затянули, хорошо, чтобы затянули. Вот проезжаем, здесь выступают два брата, по вечерам живая музыка и макет Олимпийского парка в миниатюре. И продолжаем, друзья, движение. Приезжаем в ресторан Amor de Amor. И у нас слева пляж Sigma Sirius. Такой скромненький. Цены, смотрите. Шезлонга 400 рублей. По-моему, довольно себе приемлемо для Сириуса и для Олимпийской набережной. Начинается пляж отеля Сочи Парк, друзья. Смотрите, тут центр аквалангистов есть, можно понырять. Вот такой пляжик интересный. Так что вы знаете, где вы можете понырять, посмотреть тут этот Черное море. Но мне кажется, там ничего особо интересного нету. Вот он, морской стиль. Мы продолжаем движение. Это все пляж отеля Сочи Парк. Прекрасный пляж. Красиво. С этой стороны тут по вечерам молодежный движ. Тут вот вход в Сочи Парк, пляж отеля.
прогульчик, песочек, волейбольная площадка, аквапарк. Продолжаются у нас пляжи. Пляж отеля «Богатырь». Спускаемся на пирс, и с этой стороны пляж Розахута. Смотрите, тут прыгают ребята. Вот такой красивый вид здесь. Мы оттуда приехали. Здесь можно попрыгать, посмотрите. И здесь много есть развлечений. Катамараны, водный аквапарк, много всего. Я планирую сейчас пойти залечь где-нибудь в тенечке и отдохнуть, искупаться. Возможно, сейчас здесь прям попрыгаю. На этом прощаюсь, друзья. Желаю всем удачи. Пусть у вас все получается. Все, всем спасибо за просмотр и счастливо, друзья.